Здрасте. Хуй покрасьте. И всем привет, зрители канала Dirty Fly. Да, всем хай, с вами Dirty Fly. И сегодня кто у нас с нами? Суру. Да, у него новый никнейм, он будет проходить новый инди-хоррор. Давай. Да, давайте немножко прибавим музыку. Чтобы насладиться этой музыкой. Звук немножко тоже. Качество игровой графики. Поставим. Низкое самое, чтобы, блядь, все было охуенно. Чтобы без всяких торможений и всего такого, потому что здесь может быть все что угодно. Новая игра, давайте. Вот это охуенные слоты. Слоты топ. А для наилучшего игрового опыта советуем играть в наушниках их с выключенным светом. Ну, как бы все инди-хорроры так говорят. Можно это пропустить? Роза, блядь, с резика взяли. Ее муж подозреваемый убийца был арестован. Последний текст охуеть. Да. Ебать. Нет, графика пиздатая. Мы как будто фильм смотрим, блядь. Ебанут. Пиздец. Бля, я заебался нахуй. Давайте играть. Да, все, я помню эту игру, да. Я сейчас тебе буду подсказывать, что делать. То, что Купринов сам тут тупил, что делать, и тоже дохуя было. Тут клон будет. Бля, еще лучше. С клоном будет интересно. Здорово, Майк. Мы давно не болтали. Марк, твою Майку давно не ебали. Майк, блядь. Тихо, тихо. Ты умеешь связаться. Он скажет то, что надо с его мамой связаться. Да, я помню. Связаться с мамой, да? Он хочет связаться с мамой, чтобы типа. И снять умерла. Порнушку с ней. Нет, она просто умерла. Ну ладно. Типа мама умерла. Жалко мама. Да, пиздец. Опа. Не понял, блядь. Нет, подождите. Сейчас я как сука, я уберусь. Нет, сейчас... Вот. О, мамка его. Да. Фу, блядь. Но это было до этого. То есть это было после. Все, начинай. А, нет, еще не идет. Сейчас. Сейчас понять, тебе поебал удаст. Блять. Она сейчас тебя выебет, блядь. О, все, началась игра. Ебануться. Нормально. А мы уже здесь, да, не? Нет, сюда нельзя, дальше нет. Дальше нет. Бля, что ты снести, ебанутые. А что нет настроек, вы ебанутые? Ну, потому что это игра. Короче, это тоже ПТ. Я проходил игру ПТ. В прошлом ролике, и вот Данил тоже проходит. Ссылка на него будет, короче, сейчас подсказка вылетит. Да, подсказка вылетит. Так. Так. Ладно, идемте. Так, а для начала нужно идти... Ну, возьмите себя в движение, это полная хуйня. Ну, да, Купринов тоже на это орал. Дальше иди. Ебучая хуйня. Да. Не вижу. Не, дальше иди, дальше, ладно, дальше ладно. Я бегать не умею, пойдем, а? Пока нет, да. И не выше. Кто любит размытие в движении, я ебал. Купринов тоже орал на этом. Ненавижу размытие в движении. Мама? А, свеч, она приготовила ему поесть. Пожрать, охуеть. Из своего же мяса взяла. Ф. Её ебут, блядь, выруби нахуй, я не хочу порнушку слушать. Дисклеймер, порно! Заткните уши, там ебутся! Дисклеймер, порно, блять. А хули они ебутся там в рации, блять. Я подумал, цветок стоит. Это есть цветок. Бля, куда мне идти, ебал? Я не буду эту порнуху слушать. Так и не слушай, просто иди дальше. А куда мне? А, не-не-не, телек руби. Фу, блять. Телек руби. По-моему, да, телек руби. Только попробуйте порнушку выиграть. Сука, размите. А, этот... Нет, нет. Как он врубится, по-моему, да. Он сам точно врубится, да. Дальше, короче, иди, просто дальше иди. А, не-не-не. Тут надо найти какие-то то ли спички, то ли что-то такое. В ящику посмотреть. Как ты ящики открыли, скажи мне? Нет, а они будут написаны. Ищи просто ящик, который будет написан, что его можно открыть. Нет, не верхний, снизу? Просто нижний, да.
где-то здесь были спички, и ты зажжешь её, я помню точно, прям 100%. Минус в том, то, что я не умею поседать. Ну, в игре нельзя поседать, ну, типа, да. А что где-то спички? Значит, потом они будут, да, значит, потом. Или блюдо надо посмотреть. Или в холодильнике, нахуй. Блюдо, может быть, вот, вот. Так, блюдо, нахуй. Так, подождите. Ну, выглядит прикольно. Да, запись идет, микрофон, и все охуенно. Да, все нормально. У вас могло сейчас вернуться, но ничего страшного. Так, просто дальше иди, да. Просто, да. Сейчас, по-моему, увидишь мать или нет. Какого лешего, я сам в ахуе, да. А где подъем наверх, интересно? А там нет подъема, ты не пойдешь наверх. Иди в ту комнату, короче, вон в ту дверь заходишь, короче, по-моему, да. Нет, нахуй. Не, блять, вот в это я. А, вот в эту, блядь. Я бегну, чё, подожди. Тихо. Не, нихуя. Не, значит. А куда? Тогда, значит, назад надо. Туда, да. Оп, ПТ оп. Ебаный. Вот ненавижу ПТ тем, что, блядь, они. Нельзя могут... бегать. Какого? Меня на минуту вырубило, и теперь я тут как-то отчутился. Ну что, баху. Блядь, дверь откройте, отвечаю. Нет. Дайте мне спички, пацаны, пожалуйста. Значит, иди туда. Да, иди туда. Я ебал в рот, ПТ. Подожди. Так, идемте. Будет момент, когда все стены будут в крови. Пизда-то нахуй. Хуйная ПТ. Опа, блядь, открыто, да? Да хуй-то там. Может, в книжках спрятан, я ебал. Не-не-не. Бля, я ее с чайником уебу. Так это не чайник, это... А, это этот, домофон ебаный. Телефон, блядь. Нет. Так, давай включим нахуй. А, нельзя. Я включил, но нельзя. Это я, короче, ну ладно. Так, а кого сделать надо? О, блядь, дверь открылась. Ебать. И там подъем, и даже спуск. Там подвал. Да, там подвал. Ну это подвал, это все ясно, пизда. Здесь ничего нету. Ебаная хуйня, меня заебало. Да. Не играйте в эту игру. Изменяйте его на тройках сразу, пацаны. Да, мы тоже поставили на низкий, но в самой игре такая хуйня, так что... В настройках сменяйте размытие, убирайте его, да. Нахуй. Это пизда полная. Я ебал. Или нету в настройках размытия, я не понял. Стой. Вот там, я, смотрите, там, стой, там, тихо, там, тихо. Доска, я иду. Доска. Я могу идти быстрее. Пиздец, я быстрее идти могу. Здесь это кусок доски должен быть. Что за грыни, блять? Значит, не тут. Вот. Короче, ты должен собрать доску в Уиджу, вот эту Уиджу. Пизду вот эту, короче, ебаную. Вот, просто иди дальше. Ебать, дверь открылась. Пока дверь открыта, потом она будет закрыта, пока ты не возьмешь часть доски. И таких досок, по-моему, надо будет 8. Раз, Питер два, ебаный! 3, 4, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Да, 7, 8, 8. 8 частей доски. ПТ, я же говорю ПТ. Нет, ты, нет, надо дальше идти. Ладно. Ебать, скрипит, пиздец. О! Нет, никого не будет, ты не бойся. Блять, гандон ебаный. Нет, там ребенок, там ребенок. Сейчас я испугался, если честно. Не пугайся ребенка, он не страшный. Я испугался, блять, если было нахуй. Здорово, гандон! А где твои руки, блять? У него рук нету! Блять, у него ушей. Пластиковый. А, это уже. Мне похуй, что ты орешь, гандон, ты пластиковый. Гандон пластиковый. Я просто представил. Будильник. Есть резиновая, есть силиконовая, есть пластиковый гандон. Охуеть. Да. Новый запись. О! Все, открывай, открылось. Спасибо. Теперь пизду отсюда. Ладно. Мне просто интересно. Не, она не откроется пока не будет. Она сама на меня открывается пока. Не, она не откроется, короче. Ебучий ПТ. Уже 8 минут идет. Даже 9. Где-то шалава. Она не скоро придет. Ну и пошла она нахуй. Потом изнасилую. Да. Фу, блин. Да вы заебали, звоните, я ушел оттуда. Там, телефон, там. Ответь мамке. Мамка. Тебя опять ебут, заебало. А прикол в том, что сын убил ее мать. Свою мать.
понял? Красава, а потом... Мам, это ты? Но если то, что он пидор, он об этом забыл. Ебать, мой гандон. То есть у него сейчас с памятью. О, там часть доски. Ты должен взять часть доски и будешь собирать таким образом доску. Доску Уиджи, вот это, Уиджи. Ну, понял, короче, доска призыва дух, вон. Вот. Ебать. А и так надо создать 8 частей. Ебать, крутить можно. Грэнни ебучая. Все, и прошло тебе открыл. Это будет слишком долго, да? Ну это будет, не знаю, ну полчаса где-то. Ладно, блядь. Купульнов слишком долго тупил, и он просто на 50 минут растянулся. Он просто стоял на одном месте и что-то там делал. Вы просто, я просто знаю, куда идти, так что вы... Машинки, пацаны. Они едут сами, понимаете? Так, ребенок на месте, самое главное. Ну-ка, блядь, везите меня нахуй. А хули вы меня не везете, гандоны? Они остановились. Ты их остановил. Нахуя их остановил? Ну, вот так бывает в жизни. Еблан. Я заебался ходить уже. Вот в этом смысл ПТ. Надо просто ходить по кругу, пока что-то... Я очень обосрался, пиздец. Ну, сейчас я не рофлю. Сейчас я рофлю, точнее. Я не обосрался. Заебала дура ебучая. Я тебя изнасилую сам. О. Я знаю, куда смотрите. Как его повернуть, нахуй? На стрелочку, блядь, что поворачивать. Какой-то там. Нет, а код должен быть то ли на вазе, то ли на картине, что-то такое. Иди. Ба, картина лагает. Смотри, пиздец. Иди дальше просто, да, иди дальше. Давайте будем идти быстро. А, давайте идти быстрее. Да хули ты не открываешься, гандон? Где-то там на картине что-то такое, нужно найти код, чтобы открыть ящик и найти там ключ. Нет, не найти, там, дальше. Ебать! Что это сейчас было? Нихуя просадка, ебать. Согласен. Игра не проработана. Во, вот она. Вот это хуйня. А, надо решить загадку. Переверни, нет, переверни ее. Вот так. Да-да-да. Вот. Короче, надо, типа, вот эта цифра идет. Первая цифра это вот это. Пройдет туда. Это фиолетовая хуйня. Смотри. Это розовая, точнее, это 6. Смотри, вот это вот цифра. Так, 6. Так, 6, 9. Это что, она желтая, да? 6, нет, 9, это 2, 5. Это 2. Смотри, это 2. Она вот так 6, идет. 9, вот так 5. Идет, она вот так идет, это 2. Розовый, фиолетовый. 2-9-5, короче. Теперь синий. 2-9-5-1. 2-9-5-1? Да. Ты уверен? Да. Так. 2-9-5. Да блять, сука, блядь. Все. Изи. И ключ от двери, все. Валим отсюда. Да, валим отсюда. Возьмись, сука, беги, куда бежать нахуй? Туда, к двери. Нет, нет, назад, назад. Куда, блядь? Вот туда, вот туда. Валим, нахуй. Бежим откуда, из дома? Нет, ты будешь по кругу ходить вот так. Да ну нахуй, раз. Я думаю, уже прошло. 8 раз по кругу надо будет ходить. Таймер. Ты гандон, не сюда. А, блядь, а куда? Знаешь, выход, все, я прошел. Да я... Если бы было так, было бы охуенно. Реально, я проверил. Да хуй ты там? Я ж говорю, либо вот эта дверь, либо вот эта дверь. Вон та. О, блядь. Ебать. Я думал, вон та. Ладно. Подъем к мамке. Пизда мамке. Сейчас я таки бошу нахуй. Она охуеет. Блядь, просадка ебанутая. Игра не проработана. Да. Написано для ДВАДу процессоров. Блядь, у меня i3 нахуй, я ебал. А, блядь, всё, просадка ебучая. Я ебал, что за хуй? Не, все правильно, ты правильно идёшь. Ебанутая. Правильно делать. Хули вы комнату переадресовали сюда, на второй этаж. На втором этаже все так же, да? На втором это. Прикол в том, что со второго этажа ты идешь в подвал, а не, блядь, на первый этаж. Это что за пиздец? Что за хуйня? Вы тоже, блядь, с первого этажа. С второго этажа, блядь, в подвал сразу попадаете, а не на первый этаж. Думаю, нет. Еще. Вот такая деревяшка. Открыл дверь. Быстрее валим, сука, я не хочу так долго проходить эту хуйню. Ну вот так вот. А с чего обрежем нахуй все нахуй? Да, если будет вам скучно, то мы обрежем. Да, мы не будем на всякий вторник на полчаса. Нет, там... Ненавижу эту хуйню.
Ух, блядь. Что-то произошло тут. Так, во-первых, тебя не видно. Хули я призрачный? Я какой-то... Я этот, как его, блядь, вампир? Потому что ты умрешь скоро. Я сдох, охуи. Сдохнешь. Так, Дандон. Тут твоя мать появится, только попозже. Не при... Ой, блядь. Клёво, позрал. Ты эти скримеры пропускаешь. Да не похуй. О, глаза появились на стенах, кстати, да. На стенах. Здорово, пидор. Ага. Хуй ты за мной наблюдаешь, Гандон. Ебать, он смотрит за мной. Высаует. Мы на хуй тебе. С тобой. Ау. Ауф. Хую, блядь. Посмотри, там записка. Не пизда, а? Глаза мной идет, интересно? Нет, они сейчас попадут. Смотри на стены, смотри на стены. Посмотри на стену еще раз. Где глаза, посмотри в ту сторону. Так, да долбоёб, иди сюда. Вот и все. Хуйня ты. А, цвет. Идемте. Фу, блин. Назад надо возвращаться. Да вы заебали, блядь. Вот так вот, ебучий ПТ. Я ненавижу ПТ, серьезно. Мы уже 15 минут проходим, это хуйню. Да. Да, сука, заебал. Что это за хуйня, блядь? Смотрите, посмотрите на эту хуйню. Да, даже на низких настройках такая поебень. Вот, блядь, не оптимизирована нихуя игра. А хотя написано 2D. Но я убираю эти разработчики, убираю. Опять менялся сам вверх. Я, блядь, уже сбежал с этого дома нахуй через окно. Да, вообще, а этот главный герой пидорас. Или же выебал эту бабку нахуй за дом. Здорово! О, подожди, что такое? То есть там, наверное, вот в этом моменте будут спички, да? Хуй узнать. Смотрим. Что, блядь? Эти текстуры нахуй. А. Нахуй. Потолок пролагивает. Так, мать, ты где? Мать, вроде тебя ебать. Нет, тут ее нет. Фу. Бля, если мне не сюда, я уебу эту игру. Да, это пиздец. Нет, не сюда. Да, сука, надо на кухню за спичками, да. Точно. Пошечь конфорку. Кухня закрыта, ебан. Я бы... Да, она закрыта. Ну-ка, попробуй еще раз. Стоять. Здорово, сука. Прикольная картина. Согласен. И рисовали, наверное, на 5 лет. Угу. Так. Не, мы уже открывали эту. Кухня закрыта, да. А каким хуем образом? Можно посмотреть на стену. Может быть, еще раз на стену посмотреть пойдем? Может быть, там что-то изменить. Может, там что-то на стенах есть? Я прибавлю у себя просто мышку, потому что мне неудобно прикрыть. Да. Я как у Блинов. Неудобно, когда мышка, блядь, такая маленькая. Нет. На стену посмотри, может быть, что-то какой-то код или что-то такое. А попробуй приблизить второй этаж. Второй этаж. Что за камера? Так, может ты откроешь? Не? Бля, игра не оптимизирована, ебал. Фу. Это какая-то хуйня происходит. Давайте на второй этаж сходим. Я бы выебал так, ну и слез через него. Серьезно? Почему, блядь, такая хуйня? А что это хоррор? В хоррорах? Тут дверь мне не показалась. Не показалась. Сейчас заебался уже, если честно. О! О, блядь! Пацаны, это уже что-то. Это уже пиздец, это уже шизофрения, нахуй. Да. Он в стену такой смотрит, ебать, дырка нахуй, и все в пещере. Да, блядь, как STP какой-то засал нахуй. Ебать, гриб. Просто, блядь, в гриб, в стенке, блядь. В стене просто гриб зарос. Ха! Вот и, блядь, видят все бактерии. Кстати, вот как живут бактерии, да. И комары всякие. Да, нет, не комары, а букашки. Да, это одно тоже. Грибы ебаные. Сейчас на склон выбежит, да? Да.
Че, серьезно? Не, не сейчас, он выбежит в доме. Нас выбит клон в доме. Тихо. Вот, а, ты пришел. Женщина, давайте трахну. Нет, это твой, короче. Мне похуй. История о том, что сын утопил свою мать в колодце. О, я иду к тебе, мамка. Потом она его утопит. Я думал, это канава. Ладно. Утопи меня, шалава. Бляха муха. Ёбаный рот, что за воспоминание, блять, было нахуй. Мы не будем читать как тут, потому что тут мата нет нихуя. Ебать, там же дверь открылась. Вот я слепой. А, круто, что. Надеюсь, нельзя больше смотреть. Можно я обратно туда пойду. Охуенный мир. Только жалко, что нельзя. Сейчас туда, блядь, комар выстрелит сюда. Такой, что ты, блядь, смотришь на меня? Это мой мир, сука. Так. Блядь, я ебал со второго этажа на подвал, блядь. Согласен. Ладно, блядь, на первый, но в подвал, блядь, попал просто. Со второго, блядь, на подвал. Прикол в том, что у меня ног нету. Сань, тут эта хуйня ещё лежать, блядь. А лестница даже меньше, чем на первый этаж, понимаете? Ага. Сколько таких хуйн уже есть? 8. 5 осталось, значит. Мы уже 20 минут снимаем эту поебатель. Осталось 8 раз так пройти. Ой, тьфу ты. Осталось 5 раз так пройти и все. Хули так долго? Ну вот так вот. Да мне похуй на тебя, дура ебаная. Я очень рад. Мне похуй, я иду туда, я не буду тупить. Я не буду стоять хуйней. Ебись сколько хочешь с этой дверью, мне похуй, я пойду туда. Откройте мне, пожалуйста. Если не открою, то они пидорас. Слышишь? Да. Заебали, пидорасы. Можно я спичками? Тихо, тихо. Что они дверь волнуют. Как-то железная дверь. Ебанутая, блядь, он 100 рублей стоит. Блядь, если ты вас забьешь, шлюха ебаная, я тебя в рот выебу, поняла, блядь? Могу. Бля, понимаете, я китайскую вазу, сука, с Японии привез, блядь. Она, блядь, ее порвала, нахуй. Пидораска. Вот тут и появится твоя мать. Здорово! Мне похуй. Сколько здесь? Нет, сейчас посмотри, просто на ванну смотри, сейчас будет трэш просто, пиздец будет. На нахуй. БУ! Охуенная превьюшка. Согласен. Превьюшка вообще. Да. О! Я виновный? Я же не мой отец. То есть сын думает, что это ее, его отец убил мать. Но оказалось то, что отец просто прикрывал сына. Понимаете, в чем прикол? Да. Отец прикрывал сына, то что типа... Отец сейчас в тюрьме сидит. А, блять. Да. Получается, сыну было тогда лет 2? Года 5? Нет. Нет, он просто шизофреник, и поэтому у него память сбилась. Но это произошло, наверное, пару недель назад где-то он убил ее. И вот она неспокойная, что-то там делала, короче, и вот... А, иди на второй этаж, может быть. Бля, об этого шизофреника в психушку. Да, я тоже задал этого шизофреника. А может быть, он сейчас по психушке гуляет, кто же знает. Может быть, это у него все в башке происходит, и этот ебучий ПТ. Да. Потому что, типа, в реальности не может быть такого, что, блядь... Врачи, которые наблюдают за ним. Со второго этажа, блядь, в подвал сразу попадать, это что за пиздец, нахуй? Со второго, блядь, на этаже, даже лестница короче, чем на первый этаж. Вы что, ебанутый, что ли? Согласен. Ну, это уже кстати, это все, шиза. Да, большая. Зеркало, хуйня там. А, эту хуйня не можешь поднять? Не, просто... я понял. А, ты пробовал? Значит, а... Там фонарь, по-моему, будет у тебя скоро. Фонарь уже есть? Нет. Приоткрыто. Опа, ха, я же сказал, скоро будет. Бери его. Бля, какой охуенный фонарик. Да, светит охуенно, прям 4G нахуй. 4G качество, все бери. Вот, а дверь открылась. Ебать, смотрите, как плавно. Мне кажется, стало лучше. Проседать перестало. О, проседает. Когда ты двигаешься, прям проседает жестко. Согласен. Я буду тихо, потихоньку. Двигайся потихоньку, чтобы картинка была плавная. Там нужно приводить мышь. Во, вот так уже получилось. Вот, четвертая доска и осталось всего 4. Ты уже половину прошел, чувак. Охуенно. Мы будем вылезать полуролика 100 пудов. Я не хочу, чтобы это видео шло полчаса. Да, это пиздец просто. Или час даже. Мы уже 23 минуты, блядь, 24 минуты сидим нахуй здесь, блядь. Ой, ебать, темно все нахуй. Где клоун, ебаный, я хочу ему пиздать. За то, что он клоун. Иди просто вперед. Скримака бы сейчас. Привишь какую-то хуйню. Да. Хотя. Спасибо, блядь. Я даже не обосрался. Я тоже. Я прям ожидал, это было ожидаемо, пацаны. Я же сказал, скример сейчас будет.
Ты не говорил. А, я не говорил? Нет. Я просто ожидал, потому что... Потом я тоже будет, ожидал. Когда ты нападёшь назад. Там можно его приблизить, и будет какая-нибудь превьюшка. Да, у нас уже есть две превьюшки, я хуя. Или поставить на превьюшку вот эту мать свою, егошню, и как-нибудь... типа название такого пиздата. Если вы видите название, оно охуенное, то значит мы придумали охуенное. Да. Тупая ежи матка. О! А чё в смысле? Чё? Не включено. Ну-ка. А, надо чё, по-моему, тут что-то найти надо. Включить генератор или что-то такое. Здесь, по-моему, что-то. Нет, не здесь, не здесь. Дальше. Ты, блядь, не проседай, да? Да. Не проседай. Так, вот здесь. А, вот. Да. Рубильник взять. Я просто запомнил то, что надо его взять. Теперь воткни вот в эту вот рубильническую хуеблядь. Ебать у тебя русский. Какую мне? Рубильническую пиздалядину, вот эту ебучую пидораску. Открывайтесь. Ну нахуй он не работает. Нет, а все. Пленова тоже так зависло. Теперь иди назад. Он тоже думал, что типа он сломал игру тем, что типа... Типа он сначала взял доску, а потом приклеил эту хуеблядину. А, ну. То есть надо идти просто назад. Окей. Эта игра не сломана, это просто... Какого года я Куплинов проходил? В этом. В этом году? Да, недавно, по-моему, месяц назад ролик вышел. Надо будет посмотреть. Да, 50-й ролик, мне понравился. Куплинов охуенный чел. Да. Во. Нет, там будет дальше, вот. Где-то здесь. Скример. Да хуй нам. Хуй нам. Здесь это проход должен быть. Только не там, не там, где. Стена. Че? Стена. Вдруг как в Алтасе нахуй. Забраться куда-то. Нет, тут нельзя забираться, то есть тут ты будешь просто ходить по мне. Во. Видали? Сейчас туда, блядь, клон выбежит. Да нет. Во, прикольно будет. Подожди. Нет. Так. Где-то что-то открыть надо. Где-то что-то типа открыть, то ли что-то закрыть. Вот. Сюда надо зайти. Кого-то надо выебать стопудов. Да. Здесь надо зайти. Во, я же говорил, в кухне что-то надо включить. Телевизор включился. Телевизор включился, чувак. Че сразу? Телевизор включился. Опа, блядь, давайте посмотрим, дайте мне пожрать. Охуенно. Так, где? Там ящик должен быть. Ящик. Жаль. Нет, там ящик должен быть. Это здесь. Нет. Это здесь. Ящик включен. Нет. Так, тогда значит тут этот ящик. Короче, какой-то ящик должен открыться, там спички, зажечь свет. Опа. Да. Это телек. Громко пиздец! Сука! Я себя убавил, я ебал просто. Ты очень громко, сука, валим нахуй отсюда, блядь. Нахуй я делал так громко и долбоёб разработчик. Обратно, да. Разработчик-то долбоёб, что твоя мамка в канаве сдохла. Это произошло, в принципе, в этой игре. Всё, теперь иди назад. Нет, туда не иди. А, ладно. Просто скрипт сработать должен был. Вот, в зеркало ты посмотришь, там будет пиздец. Ты увидишь себя. Точнее, не увидишь. Здорово. О, вот и мама. Здорово, пидор. Охуенная превьюшка, наверное, будет. А хуй ты да там? Да пидор, ебаный. Нашу превьюшку спиздили, пацаны. Сука, зато кровь светится, извините. Да. Смотрите, кровь светится. Охуенно. А, нет, ты в туда попадаешь. Ах, мы... Ты кровь пропала? Нет. Идемте. У нас есть две превьюшки. О. Можешь приблизить. Перевьюшка, пацаны. Она ебанутая. Чё у тебя под юбкой? Ладно. В поисках превьюшки, давай, ищи. Ага, ага. Так, снимай, давай. Так, фоткай, ага. Так, можно башкой не дрыгать. Всё, идём. Она, я заебался. Я сейчас к ней поднимусь, и так пизды вставлю. Она с лестницы улетит. О! Вот это вообще охуенно. Назад, смотри. Теперь назад. А, не, нихуя. А, не, там дверь. Там открыто, вроде. Там дверь открыто здесь. Так, теперь ты должен спиздить что-то. Ебать, новая кухня. А откуда кухня появилась? Где-то, на каком-то моменте надо будет спички из этого. Вот, по-моему, здесь надо будет. И зажечь свечи. Нет? Хули ничего нет. А, вот они. Дай выжми. Зажигай свечки. Вот, спички, короче, зажигай свечки. Они на столе. Ебать, картинка, смотрите. Да охуенно, просто зажигай свечки. А как это, кстати? Тап инвентарь, нет? Не говорю ничего. А, чё зажечь-то тогда? Как они зажигались, помню. А, чё? Как Куплинов их зажигал? Да, он как зажёг.
Нет, он ничего не нажимал, нет такой клавиши. Он как-то нажал просто на F, может быть. О, нет такой клавиши. Нет, тут вообще в принципе нет такой кнопки. Значит, дальше иди. Да похуй, спички будут у меня. Спички пускай, да, у тебя будут. Ну-ка. Сожжем мамку. А, радио. А, конфорку надо зажать, точно. Нет? Ничего, блядь. Я все нажимаю, ничего не работает. Вообще ничего не работает. Где у тебя чего? Подожгем вот эту тварь ебаную. Где она? Нет. О! Что за хуйня была? Нет, что за пизда? А, это, блядь, колокольчик. Я думал, кукол какая-то валяется. Я, блядь, тебя чуть не отсюда. Бля, где мамка? Знаешь, вот больше всего вот этих страшилках я боюсь кукол, блядь. Потому что они просто, ты лежишь такой, спишь, а она сзади такая подкрадывается с ножом. А, блядь. О, наверх. Пизда мамки, сейчас выебу нахуй. Так, где, сука, эта хуйня? Она съебалась, она боится тебя. Ну, пизда ей тогда. Я ее вызову на честный бой в UFC. Один на один. Да. Выебу ее. Нельзя пошить в эту точку. О, можно! О, фонарик не нужен. Тихо, где, что произошло? Я ничего не видел. Блядь, даже скримеры пропадают, ёбаный в рот. Бля, ты ничего не понял. Ладно. Так, здесь можно выйти? Не, нельзя. Сколько таймер идет? Уже полчаса проходим эту игру. Полчаса проходим эту игру, пиздец. Минимум. Дальше иди, дальше. Так. Теперь можно на выход, получается, да? Зажег свечи. Да, по-моему, все, да? Дальше идем. Ай, блин. Сейчас я попробую, как это работает. О, пацаны. Ну-ка, я еще раз попробую на кухню зайти. Можно ли, типа? Какой-то там, блядь. Попробуй свечи поджечь. Свечи? Бля, я бы поджег с удовольствием, но они поджигаются. Я тоже, давай. Так, теперь иди на выход. На выход. Мои руки болят, пиздец. На выход, да. Сюда? Да. Пусть еще одна сейчас будет. Нам осталось две, три. Три осталось, да. Бери эту доску Уиджи. Либо череп, смотрите. Да, череп охуенный. Это будет карта сокровищ, если честно. Так, дальше. О, зеркало. Опять зеркало. Мне нужно батарейка для этого сделать. Опа, жестко начинается. Вот сейчас пиздец начнется. Клоун, ты где, пизда тебе нахуй? Не, не сейчас, не сейчас. А, ну ладно. Чуть позже. Вон он! Да, он сейчас начался. Да. Вот и музыка клоун. Ждем его, пацаны. Нет, его тут не будет. Ладно. Ты должен проходить. Да хуй его знает, зачем она так. Ну вот ебанутая мать. А, она на этом. Сука, я сейчас обосрался. На проигрывателе. Вырубил нахуй. Я обосрался то, что сзади кто-то был. Мне показал. Подожди. Нет, никто не будет. Клоун будет на заднем пути. Когда ты зайдешь в комнату, потом назад пойдешь и потом... А, тихо, он сзади, он сзади. Сейчас прививку. Иди будет, сюда, давай, сука. Прививку, приближай, приближай. А, все без тебя, я тебя выебу нахуй сейчас. Давай, пидор, беги, иди сюда, сука. Сейчас давай один на один. Не пугайте, сейчас скример будет, я сразу предупреждаю. Давай один на один. Да хуй его скример, назад иди. Хуй его скример, да лица нет. Во-во, вот он. Бац, нахуй. Прививка охуенная. Да. А, че ты пидор жрёшь, блядь? Повесли тебя, да, блядь, гандон? О, вот так, давай вот так, чтобы текст поместился здесь. Во, вот так. Во, топово. Повесили клоуна. Так и назовем видео, нахуй. Повесили клоуна, нахуй. Теперь он жжёт, блядь, то, что его повесили. Ебанутый. Ну да, гандон. Тебе батарейки нужны. Гандон, он ездит. Нет, стой, а что там на столе лежало? Валялось, быстрее. Айс. Нет, не тут будут батарейки, дальше просто. Просто на выход иди. Радио заебало гореть. Да, радио пиздец. Так, где мы тебя дальше? Так, запись идет, мне интересно. Да, идет. Так, запись идет, да, все, охуенно. Хуйня, не скример. Да. Доска Уиджи. У нас там уже есть три скримера, три. Доска Уиджи, да. Две осталось. Две осталось. Теперь одна осталась. Сейчас ты возьмешь, одна останется всего лишь.
Одна осталась уже, да? Да. Найс. Лёв, тебе нужно, короче, записывать моменты со скринера. Нахуя? Вот тебе, сука, телефон. Ты будешь записывать моменты, где скринер. Нахуя? Блять, где мы когда-то, где мы привычку? А я не помню, я запомнил. Вот не помню. И чё? А. Ну всё, пацаны, пизда нам. В зеркало заходите. Нет, сначала в комнате зеркало, да. Ничего нету, мне ничего нету. Пизды этой тоже нет. Да. Идемте дальше. Идем пописаем. Ой, блядь. Пусть, блядь. Свечи зажглась. Заранее. Нахуя. Заранее, чтобы на 3 минуты просто. Дальше, да. Вон 32, ну ладно. Так, а, нет, 33, ну ладно. 33, да. Ну, блядь, сука, не открывай ты, гандон. Бля, ебучие ПТ, как же они заебали просто, блядь. Согласен. Блядь, тут нету прохода. Да не, нет. Я не знаю, фонарика нету, ничего не видно. Но вот так приближаешься, видно. Нафига хуйня. Видно, нихуя. Сука, я ебал. Нужны батарейки от фонарика. Опа-на. Бля, вот. Батарейки наконец. Вот они. Вот теперь можно спить. Не, нет он. Фонарики нашли, ладно. Батарейки точно. А не фонарики. Спасибо, блядь. Хоть не особо, блядь, спинь. О! Где ты, сука? Давай один на один, сука, где ты, пидорас? Они приближаются? Нет, все нормально. Блядь, мне показалось. Он отдалился, не? Он отдалился, Лёв, блядь. Да нет. Или да? Опять не, он не, нет. Не, он не отдалился, не показал. Открывайте, как-то. У тебя уже глюки пошли. Вот сейчас пидят сначала. Хотя нет, сейчас это резко все пропадет, тихо. Стоим. Вот и все, ебать. Вот тебе скринер. Да. Вот тебе скринер. Все, теперь да, иди. Нет, да, иди. Шеремаков нет, ну ладно. Пожалуйста, дверь будет открыта. Я возьму эту хуйню, сложу их нахуй и все уйдут. Я буду жить нормально, спокойно, ебаться, уйдут, и все. Последнюю забираешь, потом тебя колодец ебут. Смотрим последнюю хуйблядину ебучую. Сука. Открывайте, блядь. Ебаный в рот, блядь. 40 минут почти уже идет. 37 минут, да. 38. Я таймер запустил на минуту. Ну да. Позже. Хуй на дом. Так, блядь. В зеркало можно что-то посветить. Сюда. Может тут унитаз какой-нибудь может посветить. Может. В унитазе, блядь, что-то кажется включить. Серьезно, что-то в унитазе даже. Да. Стопотов что-то в унитаз. А что бы нет. Нам сюда, нам больше некуда идти. Да, больше некуда идти. Ну все, теперь нам больше не сюда, сейчас все откроется. Прикол будет, если сейчас клоун побежит у нас? Нет, по-моему, больше клоун не будет. Хуёво, не очень-то интересно. Опа, гандон! На, нахуй! Это не очень страшный хоррор. Я просто пишу, да. Вообще не страшно. Это здесь. Вот. Я на минуту позже включил таймер. Так. Теперь бери последнюю, и там какая-то... Вот, уже полная доска. Просмотришь, что там какая-то goodbye, а goodbye, все дальше goodbye, вот это goodbye, ну все, уходим отсюда, посъебываем отсюда. Пацаны, это уже мы близки к концовке, да, мы уже очень близки, сейчас мы выходим за дверь, и там мы оказываемся на улице, где колодец, и мать утопит своего сына, потому что сын утопил ее. А за что? Потому что он шизофреник. Вы сами знаете, вы уже поняли то, что он шизофреник, так что... Не удивля... Тихо, все, тихо. Это не я, пацаны. Это не я. Меня колбасит, блядь. Хули меня колбасит? Да. Все, дальше. Она рыдает, потом она покажет, типа, помнишь, как это произошло? И колодец. Хули ты плачешь, долбоёб? Здорово, шалава! Приближай её. Может быть, охуенно приедешь. Не, меня колбасит нехуенно. Хотя, возможно, да.
40. Так, блядь, я выхожу на улицу. Да хуй там. Так, иди. На выход, быстрей, пока она, блядь, не родила, нахуй. Еще одного ребенка. От меня. Не оглядывайся, тихо, не оглядывайся. Тут самое главное, иди не оглядывайся. Иди сюда, сука. Нет, не оглядывайся, не надо оглядываться, наоборот, не надо. А тут ты заново будешь походить в момент. Просто не оглядывайся, иди за... и спиной, на... спиной вперед иди. Спиной, да. Все, теперь вперед, 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 вперед. Не вперед, вперед, даун. Не оглядывайся, долбоёб. Ладно. У тебя этот момент перезапускать будет. Тебя просто убьют нахуй. На нахуй. Превьюшку запиши. Ебать. Охуенно превью, блядь, я ебал. Ну все, сука, нас уебали, пацаны. Не-не-не, ждем. Сама охуенная превьюшка. Да. Дальше. Она говорит, типа, я ж говорил, не оборачивайся. То есть теперь не оборачивайся. А то я ж говорю. Да и не оборачивайся, сука, я шел. Просто вперед иди и не оборачивайся. Просто вот смотри, вот проход, не оборачивайся вообще ни разу. Да ты оборачивайся, я говорю, не оборачивайся, вообще не оборачивайся. Просто иди вперед и... Другая кассета начинает тут, это не заново. Другая кассета. Смотри. Иди дальше, все, тихо, не оборачивайся, просто не оборачивайся. Это она за этим идет, да? Да, да. Не оборачивайся. Хуёв. Хуёв, хуёв. Ебать. Теперь просто выходишь и там происходит пиздец. Ну, сука, нам пизда. Чё, пацаны? Аниме? Дальше. Бля, 45 минут уже. 42 минуты. Вот. Пацан, спаси меня, пожалуйста. Гандон, что спишь, да? Вот ему нормально спить. Да похуй на него, он все равно мелкий еще не понимает. Он ебанутый. Он спит спокойно. Да похуй. Он не понимает, что здесь происходит. Сейчас нам точно на улицу. Потому что у нас нет выбора. Да. А хуй-то там? Стоп. Оглядываться можно, нет? Там еще нет. Нам сюда, нам больше некуда. Да блять! Оборачивайся нахуй. Блять, ты по крови просто ходишь. Да, это кровь. Теперь включи фонарик, ебать. Или канала. У меня фонарика нет. А, нет фонарика? Нет. Не, я вас забрал фонарик, сучка. С тебе 500 рублей, долбоёбка. Так. Здесь что-то надо. Не, нам сюда 100 пудов. Значит, что-то здесь надо. В шкаф спрятаться надо. Либо в шкаф. Нет, 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 дальше, дальше, дальше. Что-то, мне кажется, нужно будет скинуть. Так. Куда там? Нет, дальше. Значит, дальше. А, здорово, Питер. Сука, можно с тобой поспать, я умоляю? Бля, нам залезть на кровать надо, точно. Ах ты, хуй там. Хуй там. Давай спрятимся под кровать. Лампа, блядь. Я реально не понимаю, что за хуйня. Кто понимает? Напишите комментарий. Тихо. Никого нету. Ай, блядь. А куда идти, блядь? Назад? Я и попробую. Хуй там. Что нам тут нужно сделать? Закрыть дверь? Нет. Что-то типа свечу. Нет. Стой, что-то открылось. Нет. А, нет. Дальше нет. Может там что-то будет? По-любому что-то там должно быть, и мы просто слепые, мы никого не видим. Дальше, дальше. Нет, дальше. Нет, эта дверь открыта, нам именно сюда нужно. Да нет. Бля, я подумал, он встал. Тут ничего не происходит. Ты уверен? Может, да. Нам нужно сесть и поиграть в компьютер? Я б за. Нету. Компьютера нет. Да. Нет, просто дальше идет, нет ничего. Просто будильник, я просто поищу. Ладно, реально ничего нет. Идемте сюда. Стой чуть. Ну откройте, пожалуйста. Может наверх надо стоять? Стой, стой. Второй этаж может быть. Может быть наверх, типа, залезть, нет? Нет, нихуя. Какой-то там. Значит, туда иди. Прям да бой. Тут тоже все закрыто. Да, пиздец какой-то, пацаны. Может, картины? Оп. Чего написано-то, блядь? Написано что? Написано что, блядь? Прочитай, на стене. На стене прочитай, да. Я не
не понимаю, что там пишет табак. I love... Я люблю фото с кем-то. Да, там фотоаппарат должен быть. Окей. Заходит в ту комнату, где ребенок. И там будет быть фотик в шкафу. Бля, мне уже страшно. Куплинов просрал этот скример, а мы сейчас поймаем этот скример, так что. На, просто в шкаф. Вот этот шкаф, вот этот шкаф, да. Открываешь, короче, да. На, нахуй. Пизда. А он просрал этот шкаф, он скример, он за шкафом открыл его как-то. Что? Он, короче, за дверью открыл этот шкаф. Через текстуры. А, блядь, надо будет посмотреть. Вот здесь, да. Вот. Камера мамы. Что она теперь просто фотографируй. Сейчас фото. Во. Во, во. Стены все в крови, понял? Охуеть. Может её сфоткать? Клоун, да, блядь. Да-да-да, что-то надо сфоткать. Дальше, дальше, дальше. Надо сфоткать, может дверь, дверь, по-моему, дверь надо сфоткать. Все в крови, ебал. Пиздец. А тут не видно, типа, да? Тут не видно. Типа, тут вообще не видно. Все в крови, не все в крови. Еще камеру вам? Нет, просто фоткать все. Что тут сфоткать? Может дверь тут надо сфоткать? Я все фоткаю, блин. Я просто все фоткаю. Во, go out, go out, go out, написано, видишь? Ты еще раз. Понял? Выйти на улицу? Выйти на улицу? Ну, выебать улицу, чем нет. Выйти на улицу или выебать улицу? Все, это концовка. Фух. Поздравляем, мы прошли этот пиздец. Смотрим катсцену. Катсцену смотрим, ребята. Пизда нам. На, это он. Короче, это место преступления. 50 минут, я хуи. И все сказали то, что убил мать отец. Но оказалось, что сын убил мать. Вот, это место преступления. Сейчас она его убьет, короче. Блять. Она сзади еще будет, да? Да. О, шалава. Помнишь ты это место? Что за место? Ты помнишь, что действительно случилось? Что случилось? Мне его несет в колодец. Не прячь больше правду. Ну давай, не прячу нахуй. А чё? Ты убил меня. Ну да. Я ж говорю, сын шизофреник. Твой отец отбывает твое наказание. Он сейчас в тюрьме, да, сидит. А мое наказание отбудешь ты. На, нахуй. Пизда ему. Вот и сдох сын. Такой просыпается он в кровати и говорит, пиздец. Короче, вот такая вот игра получилась. Блядь. Прикольная игра, но долгая, пиздец. Согласен. И ПТ я не люблю, но такая задумка, в принципе, прикольная. Если бы они еще оптимизировали эти сглаживания, хуяживания, было бы гораздо лучше. Да. В общем-то, да. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всего хорошего и всем пока. Пока. Данил тоже.